Сегодня мы проводим акцию «Мотодонор». Это наше ежегодное мероприятие. Мы просто считаем, что, в принципе, даже мотоциклистам быть не нужно, чтобы делать хорошие вещи. А уж для нас это само собой разумеющееся. Мы сдаем кровь для тех, кому она, возможно, спасет жизнь. Это хорошо, это правильно. Мы считаем, что нужно делать то, что правильно. Если сделал татуировочку, то в течение года подходить не надо. То есть это вот противопоказание. Чтобы не было хронических заболеваний у человека, инвалидности, вот, обращаются. Также есть противопоказания как временные, так и абсолютные. Но это уже определяет врач-трансфузиолог. Я немножко на временных остановлюсь. Это ОРЗ, например, переболел, должен месяц пройти. Там у женщины тоже связано с родами, например, да, с кормлением грудью тоже определенное время проходит. Все это мы обговариваем. Также прививки, когда делают, там определенные вакцины тоже есть, противопоказания после операции. Но все это определяет врач-трансфузиолог. Это полезно, и мне кажется, показать людям, что так можно делать, так нужно делать, это всегда нужно. Езжу уже 7 лет. Ну, мне нравится путешествовать. Мы ездим с мужем далеко, по горам в основном, на двух мотоциклах. Путешествуем по разным странам. Были в Грузии, в Турции, Таджикистане, Узбекистане, Киргизии, Азербайджане, Армении. Значит, особенности работы у нас сейчас такие, что выезда, у нас выездов нет, и мы всех доноров приглашаем к себе. Это смс-оповещение. Оповещение через интернет и по телефону приглашаем. Ограничений в приемах группы и резуса нет. Но, конечно, основное – это отрицательные. Как всегда, их меньше населения в процентах. И, пожалуйста, приходите.